Dirty Velvet. Непристойный бархат. Этот аромат посвящен Парижу. И Ян Вильгельм говорит о том, что он создает аромат бархата, пропитанного страстью. Ян Алгрен любит называть Париж своим вторым домом. Ян Вильгельм часто вспоминает, что когда он был юн и влюблен, он жил в Париже, в небольшом отеле, который называется Вилла Дестре, и который находился в Латинском квартале. Этот отель был из тех заведений, где сдаются, что называется, номера на час. Стены этого отеля были обиты мягким бархатом, с тем, чтобы ни один звук не мог выйти за пределы их. Ян Вильгельм утверждает, что он провел там самые яркие, безумные дни своей жизни. Бархат, пропитанный страстью, это аромат влюбленности и влюбленности в Париж. Обольстительный, волнующий, немного опасный. Это аромат, перед которым невозможно устоять. Ян Вильгельм признавался, что звучание этой композиции больше всего напоминает утро после ночи, которую ты провел вместе со своей возлюбленной. То самое чувство возбуждения и волнения Ян передает сочетанием помело и табачных листьев в оттенках морских аккордов, инжира и молочным, плотским звучанием сандала.